Отмечают Рождество и в дошкольной ассамблее народа Казахстана в Актау. К празднику в детском саду специально сшили костюмы и разучили танцы и стихи. В хороводе закружились маленькие ангелы и герои рождественских сказок. Так дети не только узнают о традициях, но и изучают духовную сторону праздника, говорят воспитатели необычного садика. В нем при воспитании маленьких граждан ставят во главу угла принципы полиязычия и уважения к обычаям и культуре разных народов. Вот и снова Рождество. Сил небесных Рождество. Поздравляю всей душой с этой радостью большой. В рамках Рождества дети узнают такие, ну, как бы традиции именно этого праздника. Это колядки, сочельник. Они наряжаются, они есть уголок ряжения. И в этих праздниках дети учатся нравственным качествам, которые помогают им вообще в жизни. Это любить друг друга, уважать друг друга, помогать друг другу.